Сюрея, главная героиня сериала «Невеста из Стамбула». Она прекрасная девушка, которая всегда была творческой натурой. Много времени проводила она за книгами, не прослушивая музыки. Спустя некоторое время наша героиня по совету и с помощью своей тетушки поступила в консерваторию. Сложная и долгая учеба сделала из нее настоящего музыканта. Она не просто закончила учебное заведение, но и сделала это так, как никто не смог. Она окончила учебу на отлично и теперь находится в свободном плавании. При этом Сюрея всегда мечтала связать свою жизнь с музыкой и искала возможность сделать это. Между тем, на ее жизненном пути повстречался довольно зрелый мужчина, который покорил сердце девушки. Посмотреть очередную 18-ю серию вы сможете после 30 сентября.